Здравствуйте, друзья! Всем легких энергий, добра, любви и мира. Постараюсь без лирического вступления. Если вы смотрите это видео, то значит в это время пришло поделиться нашими впечатлениями о том, что происходит после взаимодействия с Арго, чистки, диалогов с кураторами, обучения в школе Арго. Но если вы смотрите это, то значит до вас пытается достучаться уже ваш куратор или учитель через мое обращение и наше обращение к вам и этот отзыв. Перед тем, как дать объективную оценку, а не лишь эмоциональную, исходя из своих ощущений, в силу своего характера, перед тем, как кому-то что-то ходатайствовать или советовать, как правило, я проверяю это все и тестирую на себе. А результативная составляющая, спойлер, я в восторге. Что привело меня в поиски данного направления? На мою семью совершались воздействия и нападения магического характера, приводящие к соответствующему ряду событий, с которыми мириться я никак не хотел. Попробовал и протестировал на собственном опыте массу методик и вариантов, но ни один не давал положительного результата или давал результат временного характера создания иллюзий с положительным КПД. Лишь методом проб и ошибок мы с супругой пришли к правильному, на мой взгляд, выбору в школе Арго, к Владу и Вере. Я проходил чистку всей семьей, дома, автомобилей, домашних питомцев. Прошло с начала апреля прошлого года, около года, по которому я могу сделать соответствующий, согласно моему, за весь период времени, соответствующий вывод. Влад и Вера создали инструмент, аналогов которому на всемирных просторах интернета я не встречал. Это далеко от того, что нам было нужно. Все, которые до этого я встречал, они далеко от совершенства и то, что мне было соответственно нужно. И совершенно не имели полного соответствия заявленным требованиям. Арго – это совсем другой подход к вашей ситуации. Вам откроют глаза, откроют двери, которые при должном уровне осознанности вы вступите на путь пробуждения. Влад, Вера осуществляет колоссальный труд, который невозможно оценить. Они проводники для открытия мира в тех реалиях, которых можно было бы увидеть, представить лишь, наверное, только в фантастических и мистических произведениях. Они помогли посмотреть на этот мир по другим углом, не общепринятой парадигмой, которая была навязана на всех этих этапах моего жизненного пути. Убрать своего рода шоры, ограничения восприятия, видеть не только ту малую часть, которая формируется нашим мировоззрением, но уйти далеко за ее пределы, открыть новые грани сознания. Анализ событийного ряда и внутреннего состояния души показал покой и умиротворение, отсутствие сомнений, военных действий и противостояний внутри себя. С иронией начинаешь осознавать, что те материальные ценности, за которые гонятся люди, и в том числе я это делал, как белка в колесе, пытаясь догнать вчерашний день, соответствовать поставленной себе планке социального общества, не столь важны. Поговорив со своим куратором, ангелом-хранителем, я услышал ответы на вопросы, которые меня терзали всю мою жизнь. Слушал наш диалог десятки раз, но услышал не сразу. И с каждым разом появлялись новые вопросы. Но с изучением видеоматериалов работы Влада и Веры, взаимодействия и их общения в процессе работы с другими душами, с их работы я подчеркнул и нашел ответы на все свои те вопросы, которые появились.
Правильное определение этому состоянию – проснуться и вспомнить, кто ты на самом деле есть. Что люди и события в твоей жизни приходят и происходят не случайно. Принять себя, какой ты есть, ни лучше, ни хуже. Не тот фасад, который выставляется на показ друзьям, родным, близким, коллегам. Необходимо найти в себе силы, принять осознанное решение, которое повлечет за собой череду событий, новых возможностей, новых людей в окружении, новое восприятие на происходящее вокруг тебя. Единственный арбитр – твой ум. Нужно начать искренне любить себя. Иначе как ты сможешь любить других? Научиться созидать, творить. Не ожидать одобрения извне, пока вас за ручку поведут и сделают это за вас. Необходимо найти в себе силы и сделать этот шаг самим. К открытию дверей, к сожалению, которые мы закрываем себе сами в течение всего жизненного пути. Ставим себе сомнениями, страхами, гневом, раздражением, вовлекаясь в патогены низковибрационной энергии. Наполнить свое намерение силой, увидеть свой внутренний белый свет, как он разливается в вашем пространстве, увидеть свою искру. Разжечь ее. Наполнить, насытить качественными, высокими энергиями свой стержень. Прокачать свое импульсное кольцо. Стержень для связи с куратором, что позволит распознать истинную ложь, настроить свой приемник на положительные и высоковибрационные частоты, минимизировать мыслеформы, приводящие к эмоциям, на низковибрационные. Хотелось бы отметить, это не значит, что после чистки и диалога с куратором у тебя в дуальности все ощутимо поменяется. Это осознание того, что ты это первый шаг, но очень важный на твоем жизненном пути, который является лишь первым в очень непростой комплексной работе над собой. Открывается доступ к тому, что ранее считалось непостижимым. А уже следующим шагом является обучение в школе Арго. Данное обучение открыло нам уже не просто двери в новое восприятие окружающего нас мира, но и предоставило множество плюшек и колоссальный профиль. Если вы смотрите это видео, значит, вы сделали шаг к свету. Приходите учиться и вступать на сторону света. Приходите учиться в школу Арго. В этом вам помогут Влад и Вера. Мне и моим родным уже помогли. Поднимаем за нашу школу. Мы присоединяемся ко всему сказанному и благодарим. Благодарим школу, благодарим Влада и Веру за нас, за новых нас. От следующей. Я также присоединяюсь ко всему сказанному. Павел сказал, как нельзя лучше. И хочу выразить свою энергию, любви, благодарности нашим учителям. Благодарю. Мы вас любим, чистых и светлых энергий.